общем, у меня флай появился. Сейчас покажу флай. I want you with all your devotion. Не спрашивайте, почему у меня Майнкрафт платный. Я его не покупал, если честно. Тут обновление 1.20. Сейчас вы увидите мой флай. Блин, у меня же дом была. Я телепортируюсь к домику своему. Свой мой домик. Я не помню, какой был. Вроде четвертый. Если это четвертый, то если мне там изменяет, это четвертый, 100%. А, четвертый, плиз. Хоть бы этот. Боже, хоть бы этот. Да нафиг. Телеграм. Игровой проект Майнкрафт. МК Зона. Сейчас мы посмотрим. Угу. Вот, да. У меня флай, что за фигня? Я вообще не вру, это правда. Рил. Но мне лично кажется, за то, что я вышел, мне флай убрали, ну, потому что они действующий игрок. Алло. Я делаю домик себе, короче. Мистер Бист. Дерево опять произошло, что за фигня? Я это все убирал. Что происходит вообще? Я вообще не вдупляю, что происходит. Как это случилось? Ни в чем не вдупляю. Думаю, вход будет здесь. Так что так закрываем. Так, сверстак. Вы знаете, что. А у меня два лобаза. Что мне это делать? О, я думаю, вот это фигня, чем вот это, потому что. О, алмазный меч. Тут же урона. А тут 7. Я лучше вот это возьму и потом когда-нибудь зачарую.
хотел двери, да. Точно двери я хотел. У меня, как я не виноват. Так это лучше убрать. Я надеюсь, что мне хватит. Господи. Пока-пока-пока-пам. Просто ты чё? Пока-пум, пока-пам. Вот они донат покупают, потом они сюда заходят, потом рандомному игроку дают флай. Вроде бы. Потому что я не понимаю, как я получил. Вот. Двери. Знаете, что я хочу сделать? Ох. Хотел сверху взять такие стекла, крыши. Теперь у меня не получилось, потому что у меня два стеклышка. Надо было просчитывать. О, Господи. Кеке, вака, вака, теке, самбрави, кеке, самбрави, вака, вака, теке.